Дамы и господа, добро пожаловать на Гран-при Радиатор Спрингс. Спорим, сегодня нас ждет отличная гонка. Ух ты, вы посмотрите, какие красавцы! О, знакомые лица, и новичков хватает! Должен сказать, сегодня восхитительный день для гонок, не правда ли? И, конечно, мой друг супергонщик из Радиатор Спрингс, мистер Волния Макс. Итак, начинаем шоу! Еще раз! Эх, взять бы, да нападать тебе хорошенько! Быстрее быстрого! Маккуин, ты там жив? Наклейка. А, поворот. Последний круг. Маккуин, вставай. Что? Это сон, наклейка. А, да, мне снилась гонка. Да я уж догадалась. Да нет, не просто гонка, а Гран-при Радиатор Спрингс. Там была ты. И Док был. А мэтр комментировал. А ты знаешь, что это значит? Ну? Ты готов к новым гонкам. Да, это точно. Кстати, тебя Док искал. Он ждет тебя у Большого Бугра. А еще у Фло собрались какие-то тачки. Похоже, твои фанаты решили устроить гонки. Ого, похоже, пора просыпаться. Привет, дружище! Кубку поршня готов? Готов, еще бы! Ловлю на слове! Тогда пора тренироваться! Ты здесь совсем расслабился. Спишь себе, не гоняешь? Пора бы уже набирать форму перед сезоном. Кстати, на кубок поршня тоже не всякую машину пустят. Сначала надо где-нибудь отличиться. Пройди квалификацию на местных соревнованиях, а потом уже можно и на большие гонки. Ну? Понял, к чему я? Начинаем тренировки!
Что скажешь? Кчтау! А я так понимаю, ты согласен. Привет, Лиззи! Что это у тебя? О, открытки! Старинные! Ох, я их долго собирала. По всей нашей дороге домой. Класс! Подумать только! Тут и вовсе старинные есть. А, ураган! Ничего, Лиззи, я найду их. Далеко-то не улетят. Чутилась. Мистер Маккуин. Неужели вы тот самый достославный гонщик молнии Маккуин? Ну да. Потрясающе! Сколь невероятная удача! Мы с моим коллегой Джеральдом сочли бы за честь пригласить вас на скромную соревновательную прогулку. Вы иностранец? Я английский джентльмен, сэр. Мы приехали, чтобы показать настоящее мастерство. А вы кто? Да вот! Мы тоже на гонку. Ну, добро пожаловать. Вместе всегда веселее. Thank you.
Отлично!